Казахстане в доверительном управлении находятся 3 колледжа в Павлодаре и 2 в Алматы. Практика показывает, что современные отечественные предприятия уже созрели для того, чтобы самостоятельно готовить себе необходимые кадры. Процесс перевода колледжей в доверительное управление еще до конца не утвержден. Но известно, что профессионально-технические учебные заведения будут передаваться без права выкупа на срок от 5 до 10 лет. Сейчас 3-4 колледжа уже готовы к передаче. 3-4 наших предпринимателей крупных компаний, которые, так скажем, специфичных отраслях работает, это в общественном питании, это в строительно-монтажных работах, да, сами производственными являются предприятиями, где как раз-таки не хватает квалифицированных кадров. Они изъявили желание взять колледж в управление. Цель основная – это, во-первых, подготовка более качественных и профессиональных таких технических кадров для этой отрасли. Понятно, если одно предприятие возьмет, оно будет готовить студентов не только для себя, но также будет готовить в целом для этой отрасли. Сейчас в Казахстане уже 33 предприятия заинтересованы в подобной подготовке кадров. Частные компании будут участвовать в разработке учебных планов и предоставлять свои площади для прохождения производственной практики студентам. Колледжи все это время финансировались по остаточному методу. У них не очень такое вот блистательное положение и финансовое, и проект, и здание, то есть материально-техническая база. Вся это соответствует вот улучшению. Основная задача в этом. Поэтому предприятие должно понимать, что передача в доверительное управление – это большая ответственность. Это прежде всего вливание определенных средств и какие-то дивиденды он будет получать уже, может быть, через какие-то 5, 6, 7 лет. Доверительные управляющие будут готовить стратегический план развития колледжей и отчитываться о его выполнении. Роман Капняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42.